Всем привет! Мы с вами в кинотеатре «Корстон» и в эфире новый выпуск программы «Киношка» на канале УТВ с обзором киноновинок недели с 27 июня по 3 июля. Смотри наш выпуск до конца и будешь знать точно, что посмотреть в кино. Поехали! И первая наша новинка – семейная приключенческая история «Мой любимый чемпион». У главной героини фильма, 13-летней девочки Саши, после смерти отца главным другом становится спортивный конь Джонатан, с которым они должны отправиться в удивительное приключение к большим победам. Ты у меня самый лучший. Нам не на что его содержать. Джоник твой капризный. Стойте! Никогда больше ничего не говори мне про этого коня, меня уже трясет всю. Да как ты можешь так говорить? Это же память о папе. Мы продаем Джонатана. Саня? Они сбежали. Александра дебютант на международных турнирах. Победа в тебе, вот здесь, вот. Ее немедленно надо дисквалифицировать. Не бойся его. Ты почувствуй свою связь с ним. Поверь ему. Следующая наша новинка – российская комедия «Бывшей в помощь». Лера и Герман собираются пожениться, и Герман хочет подарить Лере перед свадьбой настоящий автомобиль. Но происходит авария, и Лера теряет память. И теперь она помнит своего бывшего, а нынешнего жениха Германа не помнит. Теперь только бывший может помочь Лере вернуть память. Это мне? Да. Тебе нравится? Очень. Получается, я первый на ней покатался. У нас обязательно тест-драйв. Палка, палка! Дурак! Да притворяется по-любому. У нее из памяти выпал период примерно в год. Лерочка. Какая вам Лерочка? Где Максим? Я не понял, а почему она хочет видеть этого из автосалона? Ну, потому что это ее бывшие. Возможно, он поможет ей вспомнить что-то. Будете жить в моей квартире вместе со мной. Получается, бывший в помощь? Он конченый. А что значит конченый? Давай! Если ты меня любишь, то ты тоже нет. Друг, точнее, одноклассник. Я его использовал. Что за цирк? Черствый и зашоренный. У мужчины тоже должно быть свои чувства. Ты что, серьезно? Надо помочь Герману жениться на Лере. Помогайте быстрее, потому что Герман сейчас женится на асфальте. Следующая наша картина – леденящий кровь триллер «Челюсти. Кровавый риф». Группа подруг отправляется в путешествие всей своей жизни. И кто бы мог подумать, что эта безобидная поездка для них превратится в настоящий кошмар, когда на девчонок вдруг неожиданно нападает большая белая акула. И оторвемся по полной. Лучше не бывает. Рут? Делать? Телефон не ловит. Останови лодку! Сделайте глубокий вдох и мягкий выдох. Мы не продержимся. Поверить не могу, что все это происходит. Ну давай, твари. Глубокий вдох. Глубокий вдох. Глубокий вдох. И скажите себе, я в безопасности. Следующая наша новинка – семейная анимация «Эмма в мире лам». Наша главная героиня мультфильма Эмма живет в мире животных, в мире лам. Ее всегда интересовал вопрос, откуда она взялась, ведь она не такая, как все, которые ее окружают. В итоге Эмма решает отправиться в удивительное приключение, чтобы открыть загадку своего происхождения. Маленькая девочка! В огромном мире! Невероятное приключение!
Куда это вы собрались? Познакомимся? Я Эмма. Я мелкая, но я вообще не комплексую. Стой, малявка! Давайте отправимся в увлекательное путешествие. Главную героиню озвучила Милана Хаметова. Только один раз. Эмма в мире ламп. В завершении нашего выпуска разыграем два билета в кино на российскую комедию «Бывший в помощь». Словно молния пролетел первый месяц лета. Июнь уже заканчивается, впереди самый жаркий июль и время подвести итоги июня. Скажите, какой самый кассовый фильм в июне был в кинотеатре «Корстон»? Ваши ответы оставляйте под выпуском программы «Киношка» ВКонтакте. Это была программа «Киношка» с обзором киноновинок недели. Теперь вы точно знаете, что посмотреть в кино. Пока!